Всем привет! Рады вас приветствовать на нашем канале Клаги Раша. Здесь мы будем рассказывать о новинках марки Клаги, о уже имеющемся ассортименте, о технических особенностях, фишках и всем остальном. Очень часто задают вопрос о правильности произношения марки. Клейдж, Клаги, как же все-таки она называется? Правильным названием будет Клаге. И вот почему. В 1951 году Клаус Хольмер Гердес основал компанию, которая называлась Клаус Хольмер Гердес, приборы по нагреву воды и смесители. Тогда это были примитивные кипятильники, которые были необходимы на тот момент населению, и он очень удачно вошел в эту сферу. В 1956 году он выпустил первый проточный водонагреватель, и уже к тому моменту компания называлась Клаги. Как вы поняли, название компании – это аббревиатура от его имени – Клаус Гердес, Клаге. Поэтому правильным будет произносить ее Клаге. Причем немцы настаивают на том, что последнюю букву «Е» нужно немного растягивать, и тем самым говорить Клаге. В 1986 году в управление компанией вошли сыновья Клауса Гердеса Йорк и Йохим. 1994 год ознаменовался выходом первого проточного водонагревателя с сенсорным управлением под маркой Клаги. Совсем недавно компания Клаги вошла в топ-100 инновационных компаний Германии. На протяжении 66 лет компания Клаги накапливала опыт и оттачивала свое мастерство в производстве водонагревателей. По сей день 100% производства находится на заводе в Люнинбурге под четким руководством сыновей Клауса Хольмера Гердеса, Йорга и Йохима Гердес. На этом наш небольшой сюжет про историю марки Клаги заканчивается. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте klagerussia.ru, а также на нашем канале. Подписывайтесь и следите за новостями. Пока!